Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Мой Streams Bot. Это проект в Telegram боте. Значит, я оставлю вот это видео, я залила его на канал моего вышестоящего спонсора. Кому интересно, посмотрите. Здесь все кратко и подробно объясняют информацию по проекту. Вы также можете скачать это видео себе на YouTube, ставить свою реферальную ссылочку и приглашать партнеров. Так же, как и я сделала. Значит, доступный вход от 1 доллара, пассивный доход от 600 долларов, моментальная регистрация, моментальное зачисление средств, моментальный вывод, прибыль сразу 50% плюс 10% на вывод, пассив от бинара с 10 уровней, автопокупка вышестоящих уровней от прибыли с бинара, легкая работа с телефона, можно с телефона работать и работать с кошельком Pair, ну и старт. Как я уже сказала, от 1 доллара вход с любой суммы. Я хочу в этом видео сделать пробный вывод. Я еще ничего не выводила. Вот у меня сегодня пришел мой доход, структурный бонус. Значит, стрим 1, 2 цента. Далее структурный бонус, стрим 1, опять 2 цента. Далее личный бонус. Так, это уже стрим 3, 189 рублей 50 копеек, так выходит. Значит, что мы делаем? Здесь вот вкладочки, вот перевод, вывод, счета, основной партнерской. Я кликаю меню, и здесь мы видим баланс, маркетинг, профиль. Язык, естественно, выбираем русский. Вот видео, что я вам показала, все подробно рассказано. Информация, статистика и правила пользования. Кликаем, например, вот сюда маркетинг. И вот здесь маркетинг, друзья. Так, маркетинг, вот он. Я зашла на 1 доллар. Можно пополнять как в долларах, также и в рублях. 76 рублей. И вот видите, у меня галочка зеленая. Активирован первый как бы стрим. И значит, вложено рублей 0, USD 1. Получено 435 рублей. И в долларах у меня 91 рубль. Ой, 91 цент, друзья. Выведено у меня по нулям. И здесь курс 1 USD равен 75, ну, с копейками. И описание проекта. Это международный проект, дающий вам возможность зарабатывать с помощью реферальной программы. Ну и это все можно прочесть. Вкладочка «Партнеры». Вот здесь. Значит, назад. Опять я кликаю «Меню». И маркетинг посмотрите, изучите. Профиль. Это все здесь информация. Все это, друзья, кликабельно. Я уже просто хочу сделать пробный вывод. На баланс. Я нажала. У меня на балансе. Так. 448 рублей. Я хочу сделать пробный вывод. Так. Отправитель, основной счет. Выберите. Так, делаю все в режиме онлайн. Так, получатель, кошелек, валюта. Выберите кошелек. Так, Pair. Рубли. Но в долларах у меня тут мало долларов, а рубли. Так, рубль. И что? Так, введите сумму. Значит, введите сумму. Здесь, значит, вывод от 2 USD
или же 100 рублей. А у меня на балансе 448. Ввожу 448. Ну, я копейки оставлю тогда. Точка 00. Так. Ввожу, кликаю. Получатель. Сумма. Ваша заявка зарегистрирована. Ожидайте пополнения счета. Вот. Ну, будем ожидать. Не знаю, сейчас я вот зайду. И я хочу это перезагрузить. Нет. Пока нет у меня денежки на кошельке. Я поставлю на паузу и подожду вывод. Прошло где-то часа два. Денежка поступила на кошелек. Переходим на почту. Плюс 434,90. Так, и вот такой вот комментарий. Все замечательно, друзья. Проект платит. Баланс у меня стал по нулям. Вот. 439 я выводила. Ваш баланс, вывод. И мне с учетом комиссии плюс 434,90 рубля. 1 февраля. И вот такой вот комментарий. Кому интересно, присоединяемся. Меня проект сразу зацепил. Мне на это хватает пару секунд. Начала изучать информацию, посмотрела видео, зарегистрировалась, залила видео. Ну и, естественно, начала приглашать. Так и вы залейте себе видео. Берите реферальную ссылочку. Ссылочка у нас находится в меню. Так. А ссылочка у нас находится... Где у нас ссылочка? Посмотрим, это статистика. Опять меню, видите, маркетинг, баланс, профиль. Это не то. Ага, вот в профиле ваша реферальная ссылочка. Вот так, ваша реферальная ссылочка. Вы ее копи-линк, копируете и приглашаете. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.